Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка, обзор, а также тестирование товаров, заказанных на сайте AliExpress. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Всем приятного просмотра. Итак, вот такие у меня уже гель-лаки были на обзоре. Кому интересно, можете посмотреть в предыдущем моем видео. Это гель-лаки от фирмы Modelones. Хорошие цвета, плотные. Советую вам. Сейчас мы с вами будем продолжать распаковочку. Вот такие красивые оттеночки. Это мне пришли 8 гель-лаков. Красивый, замечательный набор от Modelones. Вот состав. Напишите в комментариях, пробовали вы такие гель-лаки, эту фирму, как она вам, потому что мне очень они нравятся. По качеству отличные гель-лаки, плотные. Вот эти предыдущие очень мне понравились. Также у них красивая неоновая серия. У меня выкраска на канале уже есть. Так, смотрим. Это объем идет по 7 мл. Предыдущие были по 10. Это идет как бы серия блестяшки. У меня уже на обзоре была серия термо их гель-лаков. Вот такой вкладыш идет, как бы инструкция, как работать, как подготовить ногтевую пластину. Также ихние соцсети внизу указаны. Дальше смотрим. Фокус. Мы сейчас с вами эти красавчики протестируем. Тут в гель-лаках есть окошко. У меня уже такая серия гель-лаков была на обзоре, подобная, как бы, и обычные гель-лаки, и термо, и вот такие блестяшки. Там есть разные наборы в магазине, ссылки будут в описании под видео. Так, у нас получается 8 гель-лаков. Сейчас я возьму гипсу и будем делать выкраску. Так, 5, еще мне нужно 3 будет. Так, давайте начнем. Так, цвета указаны на крышечке, цвет под номером 1004. Посмотрим, такой же, как внутри. Тут есть окошко, вот такие красивые блестяшки. Надо хранить подальше от солнечных лучей, чтобы они не полимеризовались. Так, что указано на баночке? Так, фокус. Все хорошо видно. 12 месяцев после вскрытия. Сейчас посмотрим, какие они идут внутри. Цвет под номером 1004. Вот это такой красивый и золотой. Очень красивый, посмотрите. Так, кисточка идет ровная. Если вот в этих была такая закругленная, тут идет ровная кисть, длинная, ровная. Можно наносить на любой другой цвет. Наполнение где-то так по надпись, вот так по плечке. Еще хочу его нанести на вот такой коричневый. И мы сейчас сравним их. Как бы можно наносить на любую другую подложку. Мне кажется, что на подложке лучше видно. А вам? То есть красивее. А вам? И так, дальше. Следующий. Баночки стекло. Следующий цвет под номером 0811. Такой красивый фиолетовый цвет. Плотный. Такие блестяшки плотные. Запах присутствует, но запах не резкий. Отлично уложился в один слой. Если этот немножко полупрозрачный, то этот 0811 плотный цвет. Очень красивый. Советую. Красавчик просто. Серия такая платина.
Консистенция у них такая густая из-за блестяшек. Дальше следующий цвет под номером 0758. Это идет уже черный с блестяшками. Так, давайте нанесем вот сюда. Ну, плотный он. Также плотный. Нужна хорошая лампа, чтобы просушить. Вот такие черные блестяшки. Так, следующий цвет под номером 1003. Это белые блестяшки, серебро как бы. Красивое, благородное серебро. В один слой замечательно. Они густые на кисточке, ничего никуда не течет. Хорошая серия для любителей блестяшек. Наполнение такое же. Так, смотрим. 0C82. Это должны быть такие как бы синие блестяшки. Так, сейчас я их нанесу на вот этот цвет. Ну, плотные блестяшки. Хорошая такая платинум серия. Так, еще у меня остались три гель-лаки. 0,60, 2,0,60 точнее. Это вот такой розовый блестяшки. Очень красивый. Так, слишком много я взяла. Давайте возле серебра выкрасим. Следующий у нас будет цвет под номером 0867. Это красный. Вот этот красный мы сейчас выкрасим на вот такую подложку. Отлично перекрывает. Конечно, эти блестяшки можно наносить на любую другую подложку. Красный красавчик. Такой у меня все будет блестящий. И еще остался один цвет. Такой нежный, голубой 0829. Такой зеленый как бы. Морская волна, что ли. Я, конечно, не любительница зеленых цветов, но эти блестяшки, конечно, красивые. Все кругом меня блестит, сияет, на солнышке вообще будет замечательно просто. Так, хочу вам поднести поближе эти все цвета. Вот такая красивая серия. Еще раз повторюсь, там есть разные серии и разные цвета. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Так что думаю, что кто любит такое блестящее, как я, ссылки в описании под видео. И, конечно, я оставлю вам ссылки на магазин, чтобы вы могли посмотреть другие наборы. Так, 60 секунд. Чтобы у меня просушилась. У меня лампа Sun One.
на 48 ватт. Что тут у нас продавец заявляет на баночке, на коробке? У флет-лампы надо сушить 60 секунд. Ну, так я и буду сушить 60 секунд. Так, на просушку. Вот так еще эти цвета поближе. Так, будем с вами тестировать вот этот декор. Разные штучки для декора, такие фото от продавца я вам ставлю, такие какие-то коричневые, следующие это вот такие серые, как под ракушку идут они, эти такие белые, перламутровые. Дальше это идут такие как бы болотные темные, золото такое, и еще одни такие какие-то коричневые. Так, давайте им возьмем типсу и попробуем вот эти блестяшки. Вот такую я взяла типсу и хочу вот эти блестяшки попробовать, как они будут в декоре. Можно использовать такой дизайн под аквариум, лучше всего крепить на вазу. Сейчас я возьму вас или на топ, но лучше на вас. И будем с вами вот их крепить. Так, подготовила я свои типсы. Взяла еще карандаш для страз. И так будем наносить. Сначала буду крепить на топ. Можно на базу. Нету топ старый, буду крепить на топ. Но лучше на ноготочках на базу. Так, с помощью вот этого карандаша будем крепить вот эти штучки. Вот так достаточно две штучки. Красиво под аквариум будет. Такой цвет, как бронза. Дальше на голубом я хочу вот это серебро, как бы холодные оттеночки, закрепить. Также можно крепить на липкий слой гель-лака и закреплять базой и топом, чтобы лучше носилось, или гелем. Так, тут я больше положу вот этого декора. Еще можно перекрыть стемпингом. Конечно, декор на любителя. Дальше возьмем вот такие как бы белые на розовую типсу. Конечно, можно их и сочетать. Так, я все перекрою их. Вот такой взяла просто белую и как бы ракушки. Ну, интересный декор, это новинка. Мне нравится все такое, какой-то новый для ноготочков. Так, и давайте будем сочетать. Так. Ну, они такие как бы полупрозрачные, вот эти светлые, как бы серые они кажутся на типсе. Дальше, такие интересные, под камень. Вот эти красивые. Так, еще вот эти хочу добавить на вот эту розовую типсу. Конечно, можно их и как бы делать поменьше при помощи пушера, можно их разделить на мелкие кусочки, но я их кладу такие, какие они есть на самом деле. Это такая большая. Тут главное хорошо закрепить, чтобы носилось до коррекции. Помелче. Мне кажется, отлично будет сочетаться и с темпингом, и с наклейками. Вот такие штучки для декора. При помощи вот такого карандаша для страз удобно работать. И еще у меня вот такой темный цвет остался. Так, я его хочу добавить до вот этого золотого. Такие как-то интересные фигурки. Как-то так. Еще раз повторюсь, декор, конечно, на любителя. И все, на просушку в лампу.
Я уже просушила, и сейчас мы перекроем топом. Но еще раз повторюсь, на ручках лучше слоем базы и потом топом. Или гелем, как акварельный дизайн делать. Так. Беру каплю побольше, чтобы хорошо закрепить вот эти штучки. Такие как бы ракушки. Ну, эти такие полупрозрачные, почти не видно их. Немножко вот эта штучка выступает, они не тоненькие, их нужно хорошо закрепить. И на просушку. Все, я уже просушила. Вот такой декор поближе, конечно. Он немножко выступает, тут главное хорошо закрепить. Больше всего мне понравилось золото. Конечно, декор на любителя. Ссылки будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Пишите свои комментарии. Хорошего дня, отличного настроения, удачных покупок. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.